2012. «72 сантиметра. Я и не знала, что у тебя такая хорошая фигура. Ты так небрежно одеваешься. И эта одежда скрывает всю твою фигуру. Доверься мне, я гарантирую, что ты будешь выглядеть по-другому». Примерь это. Так много? Не так уж и много. Это? Давай! Хорошо. Удачки! Похоже, эти платья не наши. Этот джентльмен попросил упаковать эти платья. Ты мне очень помогла. Это моя благодарность. Тогда... давай потом... поедем и поменяем тебе прическу. Здравствуйте, у вас длинные волосы. Вот так? Я уберу длину. Сверху сделаем покороче. Уберем густоту. Я вот думаю, что челку тоже нужно убрать. Не стригите мои волосы. Люжа Чин, пожалуйста, просто отстриги их. Отстриги, ты будешь очень красивым. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот и хорошо. Лу Фаньфань. Лу Фаньфань. Отдашь мне очки? Я ничего не вижу. Вот, возьми. И носи теперь их. Ничего себе, красавчик! Смотрите на него! Молодой господин, я заеду за вами в 3.
6 вечера его светлость хочет, чтобы вы пришли на день рождения госпожи Жень. Сегодня? Я не пойду. Есть что-то важнее? Мне нужно научиться водить. Дядя Ли, высадите меня здесь. Мы еще не приехали. Все нормально, я дойду. Хорошо. Я заберу вас здесь. Пока, дядя Ли. Привет, красавчик. Приветики. Я больше не буду верить в любовь. Мама, я опять влюбилась. Такой красивый, божечки! Ничего себе, красавчик! Такой милый! Он выглядит таким милым, когда улыбается. Покажи мне его фото. Тиньянь, что читаешь? Одолжи мне. Эта книга слишком скучная для тебя. Тиньянь, решение, о котором ты говорил в прошлый раз, объяснишь мне? Конечно. Тиньянь, у тебя есть время сегодня вечером, давай поужинаем. Сегодня вечером у меня нет времени. Как насчет выходных? Устроим пикник? Да, точно. Я катаюсь на лошадях в выходные. А на следующие выходные? Исяо, смотри, Тиньяо такой прекрасный. Он красивый, еще хорошо учится, умеет ездить верхом и стреляет из лука. Если бы я вышла за него замуж... Наши дети были бы очень умными. У тебя слишком разыгралось воображение. Он что, правда так хорош? Кстати, ты говорила, что он раньше бегал за тобой, но ты отвергла его. Какая потеря? Если он тебе не нужен, отдай его мне. Быстрее, быстрее! Подождите меня! Такой красивый! Боже мой! Наш ассистент-преподаватель такой красивый! Он так же красив, как Циньянь! Эти два очаровательных принца учатся в моем классе! Какое великое счастье! Обещаю, впредь не буду пропускать ни единого занятия! Позвольте представить. Аспирант юридического факультета Лю Жачэнь. В этом семестре он будет ассистентом преподавателя. Поприветствуйте аплодисментами! Достаточно, тишина. Занятие скоро начнется. Жачэнь, присаживайся. Хорошо? Скажи, что с тобой случилось за лето? Я не узнал тебя. Я себя тоже не узнаю. Даже красавица Джуи Сяо заметила тебя. Я очарована. Я просто сейчас умру от счастья. Господи, я просто умираю. Кто он такой? Почему он такой красивый? Он и красавчик Тиньянь, самая очаровательная пара. Я очарована. Где это? Я сейчас прибегу туда. Класс 305 на втором этаже. Бегом, бегом сюда. Они оба очень красивы. Такие красивые.